Повертаємося в студію громадської, як Христина обіцяла. Хіба що варто представити гостя, це Андрій Піонтковський. В принципі, людина, яка пише дуже багато про те, що відбувається в Росії і, власне, про Україну. Російський політолог і публіцист. Добрий вечір. Добрий вечір, Роман. Спасибо, що прийшли, во-первых. Во-вторых, ну, почитали немало ваших матеріалів, вони достатньо, хоч написані були раніше, да? То есть ваши высказывания, но они достаточно резкие. То есть вы говорите о том, что происходит, называют, если я не ошибаюсь, Четвертая мировая война. Это не первое, не я первый это сказал. Это вы используете термин, этот термин кремлевских публицистов, которые постоянно говорят, ну мы не с Украиной воюем, что это такое Украина? Это на территории Украины. Мы воюем с Соединенными Штатами Америки, а если поднять еще выше, это война русского мира с англосаксонским миром. Так же, как Гитлер развязал Вторую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение первым, так же эти люди в своем воображении считают, что они ведут Четвертую мировую войну с Западом, чтобы взять реванш за поражение в Третьей, холодной. Угу. Такая вот, значит, за столетие четыре мировых войны. Я просто не знаю, к какому классу отнести проблему, которая возникает в результате. Это психологическая проблема? Это проблема отсутствия воспитания? Это комплексы? Да, это глубокий комплекс. Ну, господина Путина, он такой в своеобразной, обостренной форме. Но вообще это комплекс российского политического класса, который обнаружился, ну, в начале 90-х еще немедленно, сразу же после распада СССР. Дело в том, что так называемая российская политическая элита – это второй и третий эшелон советской политической элиты. Когда они были советской политической элитой, они ощущали себя играющими в суперлиге, где есть только две команды – Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. И, кстати, вот такой оголтелой, гнойной ненависти к Западу и США никогда не было в советской пропаганде. Да, это враг. Я ее прекрасно помню. Мы с ней. Я вам скажу, да. Я и крокодил подшивки могу вспомнить, и да. Какие там карикатуры были. О чем писала газета «Правда», о чем писала газета «Известия», я тоже прекрасно помню. И украинский юмористический журнал «Перец» тоже там публиковал какие-то расхожие такие материалы. Вы знаете что, это делалось скорее, так сказать, по должности, чем от души. Это несравнимо совершенно вот с тем накалом страстей, который исходит из студии Киселева или кто там у них, Соловьев и так далее. Я не смотрю. Я не вижу, не смотрю. Ну, очень хорошо, что вы не смотрите. Я вас хочу обратить ваше внимание на то, что вот такой колокочущей ненависти к Западу не было. Было даже какое-то вот мы уважение к себе. Соединенные Штаты – это очень сильный противник, а мы вот с ними как бы на равных и так. А после распада Советского Союза и потери империи они ощутили себя играющими где-то там в первом, втором дивизионе. И очень это очень ранит просто персональное эго этих людей. Поэтому вот такой комплекс. И они начали немедленно говорить о величии России, величии России. Кстати, это не исключительно российская проблема. Вот такой же комплекс испытывала французская элита, когда Франция потеряла империю и из глобальной державы превратилась в региональную. Но пришел Де Голль и очень хорошо предложил очень хорошую психотерапию. Повторять все время «Grandeur de France», «Grandeur de France», «Величие России». Франции, вот они начали все время повторять и как-то со временем успокоились. И стали жить в новом качестве крупной европейской державы. А вот российская политическая элита, она как-то не нашла его, своего места в мировом порядке. И поэтому вот то, что сформулировано сейчас, ну, скажем, в Валдайской речи Путина, это требование к Западу изменить правила игры, которых их не устраивает. А если что-то конкретнее, то прежде всего полная свобода рук на постсоветском пространстве.
Ну, послушайте, говорить о Западе, ну, вы говорите, антиамериканская или антизападная риторика, это очень важно уточнить. Вы знаете, она одна и та же, просто Америка наиболее ненавидимый объект Запада. Это антизападная, антиамериканская, это одно и то же. Просто вот я сейчас покажу иллюстрацию, да. Их до последнего времени не было, но теперь есть. И причем это распространяет РИА, то есть Российское информационное агентство. Здесь нарисована Меркель, то есть вот такой вот критики, карикатурно Меркель, которая стоп Россия, НАТО, видите, там раскалывает Украину, не было. Ну, вы можете увидеть там карикатуру на Обаму совершенно российского характера. На Обаму это отдельная история. Да. Тут можно даже вспомнить историю с Родниной и бананом. Знаете, и с губернатором Аксеновым, который сказал, что после победы над Америкой он посадит Обаму в зоопарк. Да, но я сейчас хотел бы сделать акцент, поскольку госпожа Меркель и господином Оландом сегодня в Украину прилетели, причем этот визит достаточно неожиданный и совпал намеренно или не намеренно с визитом госсекретаря Керри. Такая риторика, она вряд ли способствует диалогу, о чем они могут договариваться сегодня в Киеве, тем более Меркель и Лантони, дальнейший их пункт – это Москва, на самом деле. Ну так, тем не менее, Меркель и Лант приехали именно договариваться, и именно продавливать сегодня в Киеве ту конструкцию, которую на экспертном уровне, видимо, более-менее согласовали с Путиным, иначе бы они не объявили о таком маршруте. Вы совершенно справедливо сказали, что это абсолютно неожиданная поездка. Вот 3 дня назад, когда я уезжал в Киев, у меня была достаточно надежная информация, но об этом даже не скрываю, и писали, что дней через 5-6, это как раз после саммита Европейского Союза, намечен на 6 февраля, Путин, наконец, открыто использует регулярные войска под маской миротворческих сил. Но никто ничего не говорил, что эти миротворческие силы каким-то образом могут быть легализованы Меркель и Оландом. И, кстати, вот вчера по всем мировым СМИ прошла информация, что 4000 российских военнослужащих были сняты с таджикской границы с Афганистаном, это так называемая 201-я дивизия там, и направлены к границам Украины. То есть мобилизация сил вот дошла до такой степени, что оголяется очень важное стратегическое направление. Вот что неожиданно прошло, то есть это вот такая байка новая с миротворческими силами, она ожидалась. Вот как раз в предыдущий час обсуждалось, как российским властям приходится маскировать свое непосредственное участие. Видимо, это надоело уже. Путин решил это сделать в форме миротворческих сил. Но вот за эти 2 дня каким-то образом ему удалось продать эту идею Оланду и Меркель. Что касается Оланды, это меня не удивляет даже. Путин давно его подчинил своей воле. А что Меркель решила в этом участвовать, это очень, очень неожиданное развитие. Ну, мы, наверное, вернемся к этой тематике еще по поводу этих визитов. Ну, пока все, что мы располагаем, это минимум информации, и занимаемся реальной конспирологией. Что происходит и угадыванием, что может произойти. Нет, есть вполне конкретные заявления о том, что Меркель и Оланд везут новый план мира, да. И частью этого плана являются миротворческие силы. Я вот смотрю, я не вижу этого в ленте новостей какой-либо. Миротворческие силы, да, я читал, что такой вариант возможен, и что Путин может предложить вести миротворческие силы, но там говорилось о миротворцах ООН, а не российских миротворцев, как это произошло, скажем, в Приднестровье. Миротворцев, а он, Путин, не мог вести и не может вести без решения Совета Безопасности
в котором целый ряд великих держав обладают правом вето. Да, предложение ввести миротворцев ООН, якобы о таком речь идет, что Путин предложит это, и все согласятся ввести миротворческие силы ООН на восток Украины. Ну вот сегодняшнее движение Оланда и Меркель свидетельствует о том, что, возможно, Путин продвинулся в этом направлении. Вот сейчас идут эти решающие переговоры. В какой бы форме это ни произошло, это будет легализацией присутствия российских войск на территории того, что называется этими народными республиками, то есть легализация оккупации части территории Украины. То есть это будет очень большой политический успех Путина. И более того, ну хорошо, вы не видели сегодня миротворческие силы в контексте мирного плана Оланда и Меркель, но мирный план вы видели, и они не скрывают, что они приехали с мирным планом. Да, предположим, но содержание неизвестно. Да, предположим, вот, и оно и господин Порошенко, наверное, до сих пор неизвестно, может быть, и сейчас... Вот до сих пор Порошенко проводит встречу с Меркель и Оландом в формате тет-а-тет. Да. Вот, в любом случае, если этот миротворческий план будет принят, кстати, отдельные элементы, они мелькали сегодня в прессе со ссылкой на французов, это, ну, это модификации Минских соглашений, это вывод тяжелого вооружения, это контроль над границей, а с другой стороны, как бы Россия получает опять законы об особом статусе и никаких разговоров о вступлении Украины в НАТО. Но если российские войска будут легализированы в том или ином качестве на этих территориях, то ему не нужен вывод тяжелого вооружения, они без тяжелого вооружения будут контролировать ситуацию. В любом случае, мне кажется, это будет... Во всяком случае, Путин может продать это в России как большой политический... Как мы вернемся к этой теме. Победы. Вот у нас портретный ряд даже есть. Видите, да. Действующих лиц сегодняшнего дня. Это является, наверное, топ-новостью и топ-событием. Да, поскольку будет... визит Керри ожидался, а вот визит... Это топ-событие будет целые сутки продолжаться до завтрашнего... До завтрашнего дня. Да. Давайте... Нет, последний момент очень важный. Ведь если этот план таким, как тем или иным способом будет принят всеми сторонами, включая украинской, то встанет естественный вопрос... Почему до сих пор сохраняются санкции вот второго уровня, которые были приняты в связи с Донбассом? Крым же оккупирован. То есть будет логично. Первый это был Крым. Первый это был вообще там не разрешить Аксенову ездить в Швейцарию. Вот такого плана. Санкции, касающиеся, наказывающие как бы за аннексию Крыма. Совершенно естественно будет снять вот эти, условно говоря, донбасские санкции очень серьезные, которые весьма болезненно оказались для российской экономики, и оставить вот чисто символические крымские. Вообще мне сегодняшнее положение президента Порошенко напоминает очень историческую ситуацию президента Бенеша, когда к нему приехали Даладье и Чемберлен знакомить его с планом мирного урегулирования судетского вопроса. Вернемся все-таки к этой теме. Я хотел бы сменить немножко ракурс или дискурс, поскольку здесь решения нет. Мы можем далее сидеть и предполагать, что достигнут, не достигнут. Меня интересует больше вопрос, вот эта вот вся ситуация на Востоке с аннексией Крыма, с необъявленной войной со стороны России в Украине, поскольку можно сколько угодно задавать вопрос, а где же российские войска, покажите нам их в униформе, с флагом, да, хотя там очень много фактов, что они переодеваются, берут военный билет так называемый ДНР, вешают на себя этот флаг Новороссии, и воюют. И только потом оказывается, ну, я так вот приехал, как доброволец, да. А как далеко готов идти в этом позыве удовлетворить свои комплексы Путин? И является ли что-либо каким-то препятствием, через которое он не пойдет? Либо это дело очень принципиальное, и плевать ему на все остальное, и война будет продолжаться, усугубляться, конфликт, естественно, может
становится горячее и горячее. То есть украинская армия – это не та сила, наверное, которая способна быть препятствием для армии российской, тем более, которая вооружена еще ядерным оружием. Ну, украинская армия не может противостоять российской армии при полномасштабной войне. Я это имел в виду, собственно. Да, даже без использования тактического оружия. А если, тем не менее, если говорить о возможных сценариях и возникнут проблемы у российской армии, то Путин, у него не дрогнет рука, использует и тактическое оружие. И об этом периодически сигналы из Москвы подаются и крупными руководителями, не только в отношении Украины. Ядерный шантаж – это то, чем Россия занимается в течение всего этого года, начиная от радиоактивного пепла Киселева со всеми этими смеем наши Искандеры и булавы смеются над вашими санкциями и так далее. Но ведь мало кто на это обратил внимание, но очень важная составная этого шантажа, она уже провалилась. Ведь Путин и его пропагандисты правы, когда они говорят, что они не с Украиной воюют, не только с Украиной, а ведут Четвертую мировую войну. Ключевым было его выступление 18 марта, Судетская речь и концепция русского мира. Там он совершенно четко заявил о своем праве, и даже он считает своей священной обязанностью, защищать интересы, вот тут очень важный поворот, не граждан России, граждан, любое государство обязано защищать интересы граждан, а этнических русских, и далее расширяющиеся формы в различных вариантах встречаются русскоговорящих потомков жителей Советского Союза или даже жителей Российской империи. Это очень... И он не только выдвинул теоретическое такое положение о собирании исконных русских земель, концепции разъединенного народа, но назвал практическую следующую цель — Новороссия. Вот в апреле-мае он очень серьезно думал о том, что ему удастся поднять вот такие беспорядки в 8 украинских регионов. Но давайте немножко посмотрим дальше. Даже самая скромная имплементация этой концепции русского мира, она требует, кроме того, и изменения границ, по крайней мере, двух стран НАТО, Латвии и Эстонии, которые имеют такое значительное русское этническое меньшинство. Так вот, весь напор этой кампании ядерного шантажа был таков, что вот если я пошлю зеленых человечков в эти страны, то, конечно, натовские регулярные войска туда придут, они сильнее, НАТО сильнее на конвенциональном уровне. Но если вы придете мешать мне реализовывать концепцию русского мира, я использую ядерное оружие. Это призыв был обращен прежде всего к Соединенным Штатам, что, в общем, это не ваше дело, я не претендую на превращение Соединенных Штатов в радиоактивный пепел, а вот если я буду здесь решать свои вопросы, вы не лезьте. Но об этом речь идет в вашей статье «Готовы ли вы умирать за народ?» Да, готовы ли вы. Они ему ответили. Вот серьезный, довольно недооцененный шаг Запада. Они закрыли этот вопрос, они послали ему обратно. А ты готов умирать за народ? Да, приходи. Они разместили американских солдат, ну, контингенты НАТО, но принципиально, политически, психологически важно, что там есть 100 американцев в Латвии, Эстонии. Это, казалось бы, ерунда, но я повторю ту форму, которую я писал. Это, по существу, заложники-смертники. Это означает, что если российские войска в той или иной форме вторгаются туда, они вступают в столкновение с американскими солдатами, и тем не менее одновременно автоматически в полномасштабную войну, в полномасштабную войну с Соединенными Штатами. И Обама повторил это, кстати, вот в своем интервью несколько дней назад, за которое некоторые эксперты критиковали его как бы за мягкость. Но он там еще раз сказал: да, мы будем защищать страны НАТО, мы будем выполнять свои обязанности по статье 5. Это очень важный шаг, казалось бы, но что особенного, они выполняют свои обязанности. Я напомню вам, что, например, где-то в июне был опрос общественного мнения ФРГ,
в случае агрессии России против балтийских стран, как вы считаете, Германия должна защищать своих партнеров по НАТО? 75% немцев тогда отвечали «нет». То есть это вопрос о готовности умирать за НАТО не очень простой вопрос. Но НАТО и Соединенные Штаты, прежде всего, дали на него очень четкий ответ. И теперь понятно ведь, почему с такой истерией Россия всегда боролась против расширения НАТО, ну и в том числе против того, чтобы Украина была членом НАТО. Вот выясняется, в чем разница между страной НАТО и страной не НАТО. Страну НАТО в случае российской агрессии Запад будет защищать. А что касается Украины, Запад сочувствует, выражает глубокую озабоченность, принимает ряд мер экономических, политических, я надеюсь, и более серьезных примет, но никогда, ни при каком раскладе, ни при каком сценарии НАТО... Никогда и ни при каком раскладе. Да. Вот сегодняшний 100%. 100%. Это, ну, я примерно представляю психологию этих людей, западных элит. Вот я очень ценю их за то, что они поднялись до того, что без колебаний сказали, что, по крайней мере, стран НАТО они будут защищать военным способом. Я не зря спрашивал, как далеко может идти Путин. То есть украинская армия слабее, хотя в этих боях, которые происходят на Востоке, удивительная стойкость наблюдается, да? Поскольку это наша земля, и люди защищают свою землю. Если говорить о том, готов ли Путин там, применять тактическое ядерное оружие, да они без тактического ядерного оружия, собственно, стирают в порошок целые населенные пункты артиллерии градами. Ну, просто могу привести последний пример. Нет, военного решения... Это Углегорск, это Пески, это аэропорт, это там нет людей, там нет домов. Украина не может выиграть чисто военными средствами войну с Украиной, войну с Россией. Но комбинация экономических, политических и психологических... Это уже война более широкого масштаба. Вот, гибридная война, это придумано российским генштабом. Ну, вот она идет многопланово. Запад постепенно разворачивается в пользу Украины. Ну, не столько даже скорее симпатии к Украине или вообще к идеям демократии или либеральной рыночной экономики или чего угодно, а просто в силу своих интересов собственной безопасности. Он понимает, что если Путину дать раздавить, расчленить Украину, подчинить ее себе, то им придется сражаться в Прибалтике, что им бы не хотелось. Но одна сторона проблемы, что военной, чисто военной поддержки в форме солдат, boots on the ground, как говорится, ее не будет. Но у них есть целый арсенал средств, которые могут остановить Путина, это и экономическое, и политическое, и уже останавливают. Собственно, а почему бы Путину после военного успеха в конце августа прошлого года не развить его и не пойти и взять Мариуполь, там что-то подумать о коридоре на Крым. Два обстоятельства его остановили. Возможность более жестких санкций. Ведь по-настоящему экономические санкции еще не начинались. Если сравнить с тем набором санкций, который был применен в отношении Ирана, например. И тем не менее, вот многие эксперты, я в том числе, мы просто российские граждане, мы недооценивали степень уязвимости нашей экономики. Собственно, что произошло? Ну, отказали по существу дешевых кредитов и такое обвальное падение фондовых и валютного рынка, а вообще говоря, там на подходе в случае плохого поведения Путина стоят более серьезные санкции и отключение от Свифта, и, кстати, персонального характера, и аресты всех счетов и ценностей. Кстати, вот многие обратили внимание на очень важное кадровое перемещение в Вашингтоне в последнюю неделю. Бывший начальник финансовой разведки американской Дэвид Коэн, он по должности был заместителем министра финансов, перешел на должность заместителя директора ЦРУ.
Коэн, я видел это в прямом эфире, его интервью Фариду Закарию в GPS где-то в мае. Фарид спросил его, а вот вы знаете, где все счета, ценности Путина? Ну, он понимает, что нигде не написано Путину Владимир Владимирович, но он бенефициар, и все понимают, чьи ценности управляет там Абрамович или Тимченко. Он же не знает даже, какая у него зарплата. Да, конечно. Тот очень уверенно, он не мог сказать прямо, но всей улыбкой body language он показал, что все ему прекрасно известно. И теперь он передвинулся с аналитической работы Financial Intelligence, которую, видимо, он уже успешно завершил, туда, где вот, чекисты всего мира, они любят говорить, что они занимаются активными мероприятиями. То есть, скорее всего, активные мероприятия в отношении миллиардов, десятков миллиардов по подсчетам Бжинского, несколько сотен миллиардов российской элиты, они тоже готовятся в случае базы. Это первое. А второе, в общем, стало понятно, почему все наших погибших солдат или так называемых добровольцев хоронят секретно. Потому что Путин понимает, что информация о потерях, она будет вызывать очень серьезное социальное недовольство. Это информация, которая подрывает всю эту пропаганду о борьбе с фашистами, там, бендеровцами и так далее. Война с Украиной не будет популярна в российском обществе, а потери будут восприниматься очень болезненно. Из последних новостей есть о том, что Обама рассматривает возможность предоставления Украине оборонной помощи. Об этом сказал Керри. Вот это очень ценно, что он сказал. На пресс-конференции, да, с премьер-министром Яценюком. Ну, это, по-моему, это хорошо, что это сказал Керри, потому что все другие помощники Обамы уже это сказали. Вы знакомы, наверное, вот с докладом, который написал ряд бывших дипломатов. Это Пайфер, это Стив Телборт и другие. Они посещали Киев, они встречались с военными, там очень аргументированно защищается тезис о оказании военной помощи, приводится конкретный список. Ну, например, вот радары, которые вы говорили о ударах градах. В украинской армии нет радаров, которые могут определять их местоположение. Существенно меняется ситуация на поле боя, если Украина получает такое технологическое оружие и так далее. Мне кажется, что сегодня в Киеве происходят очень интересные две как бы конкурирующих презентации. Керри приехал ободрять украинское руководство и заверять его о помощи. Да, это вот максимальная помощь, которую может оказать Соединенные Штаты. Это жесткие экономические санкции против России. Это уголовные санкции против русских владельцев капитала, а они все подпадают по уголовное законодательство. Там есть статьи о борьбе с отмыванием незаконно нажитых капиталов. Не надо долго доказывать, что все капиталы, нажитые российскими олигархами, это незаконно нажитые. Особенно сейчас, когда весь Запад прочел замечательную книгу Кэтрин Дэвиш «Путин с клептократией». Поэтому, да, и плюс поставка оружия. Вот это они будут делать. Ну, военнослужащие так никогда. Я почему переспрашивал, не будут воевать, потому что во Второй мировой тоже никто не собирался так особенно воевать. И, как вы говорите, это сапог на чужой земле, то есть этого не будет, но не Кассандры же мы же не можем предвидеть чего-нибудь, понимаете? То есть это для нас в Украине за этот год это ряд событий, которые и знаковые, и неожиданные, они впервые в истории современной Украины случаются. Хотя очень часто проводят параллели, скажем, вот с этим вот вторжением, аннексии Крыма, это событие 18-22 года, как себя вела большевистская Россия по отношению к Украинской Народной Республике. Тоже создавали
Советскую Республику, со столицей в Харькове. Фантастически, вам не попадалось, недавно в Твиттере нашел. Замечательное заявление министра иностранных дел Российской Федерации Чечерина. Видели? Попадалось, да. Который говорит, что наших войск нет, российских войск нет на территории Украинской Республики. Ну, то же самое сейчас заявляют. Директория, абсолютно, дословно, директория воюет с Харьковской Советской Республикой и так далее. Ну, тогда сделать, скажем, явным тайное было тяжелее, поскольку сегодня речь идет о вооружении боевиков, переодетых, либо добровольцев, либо регулярных войск Российской Федерации, я не знаю, но оружие не берется из воздуха. Они его не могли собрать, выпустить в таком количестве, тем более то оружие, которое не состоит на вооружении украинской армии. То есть это даже не трофеи, о которых изначально было. Ну, была такая тактика, если вы припомните, да, то вот мы трофейное захватили танки. Да, да, это очень долго они говорили. Да, да, да. А потом оказывается, что приезжают Буратино, приезжают ураганы, приезжают... новейшие танки, которые состоят на вооружении российской армии. Ну и потом они обстреливают даже с российской территории. Это была такая политика, когда еще не был захвачен Новоазовск. Да. Вот если посмотреть на карту, как происходила эта вся кампания, то да, там обстреливали подбрюшье, скажем так, Донецкой области. Там были, ну, там находилась украинская армия. Да, ее расстреливали с российской территории, из градов. Да, это было до Иловайска еще. Поэтому... Ну, это скрыть же нельзя. Или это для Путина не есть очевидные вещи, которые нужно доказывать, что там есть российское присутствие. Почему так себя ведет Чуркин в ООН, отрицая абсолютно все? Ну, вот миротворческий контингент, вот это такой бренд, намного бы облегчил эту задачу. И Чуркина бы легче. Так это вопрос, там будет участвовать и российская армия в миротворческом контингенте, это имеется в виду? Вспомните миротворческий контингент в Грузии, в Молдове. А вот... Ну, в Молдове там стоят миротворцы, только российская армия. А в Осетии очень интересно было. Батальон российский, батальон Южной Осетии, батальон Северной Осетии, ну еще четвертый. Вот можем по такой же схеме предложить российский батальон, батальон Донецкой Народной Республики, батальон, или отдельно там батальон Моторовы, батальон Гиви, там и еще какого-нибудь Бэтмена, или Бэтмен уже ликвидирован, по-моему. Эта идея... Ну, это Бэтмен, если... не по-вашему, а да, его ликвидировали. Да? Да, его убили. Да. Да, даже по как-то... И не только его одного, кстати. И да, даже как-то по решению какого-то народного суда, по-моему, Луганской Народной Республики даже. Вот, если Меркель и Олланд готовы каким-то образом легитимизировать в такой форме российское военное присутствие, ну, добавят в качестве бантика там какой-нибудь киргизский взвод и два армянских. Не, подожди, тут очень важный момент. Это речь идет о белых касках. ООН. Потому что в перечисленных конфликтах на территории бывшего СССР, вы говорите, Осетия, Абхазия, да, Приднестровье, там миротворческие силы Российской Федерации. То есть, или как называемые СНГ, там, ну, это российские, там не шла речь о белых касках. А кто вам сказал, что здесь речь идет о белых касках? Пока никто ничего не сказал. Я же вам сказал сразу, что мы только можем предполагать с вами, поскольку текст... который идея привезли в Киев Олланд и Меркель, неизвестен. Мы знаем о том, что Путин может предложить миротворческие войска, а Олланд перед тем, как приехать в Киев, в интервью французской прессе, в прямом эфире сказал о том, что он против членства Украины в НАТО. Единственная вещь, которая нам известна на текущий момент. Да, он сказал, что он против. Ну да. Я просто с фоном могу поставить еще видеосвидетельство, что происходит на тех территориях, где повоевали представители. Это Счастье, это Луганская область, собственно, разрушение, которое там. Это наши корреспонденты, вот Кристина Бондаренко, которая была перед нами в эфире. Это видео, которое фиксирует то, что происходит на территориях, где, собственно, ведутся бои. Вот. Поэтому говорить там о применении еще какого-то оружия, для нас это, конечно, было бы очень страшно, на самом деле. И смотрю, мне подсказывает редактор о том, что Порошенко, Олланд, Меркель начали переговоры. Ну, только начали?
говорили, они в 19.19 их начали или немного ранее. То есть как мы с вами вот пошли в эфир, они тоже их начали. То есть мы можем только сейчас предполагать. И если говорить о том, что может остановить, не остановить Путина, ну, вы говорите, не будут воевать. Ну, хорошо, воевать и не будет, но если Путин захватит всю Украину или большую ее часть, то фактически он придет на границу к НАТО. Вы постоянно почему-то вспоминаете о прибалтийских республиках. Неужели это настолько принципиальный вопрос, обязательно это нужно будет делать, поскольку здесь Украина граничит фактически со всеми на Западе, это все страны, члены НАТО, это и Венгрия, и Словакия, и Польша. Особо, во-первых, потому что им непосредственно угрожает концепция русского мира, недвусмысленно. А во-вторых, да, уже объявлены там пока в интернете Виленская Народная Республика в Литве, да, я видел, и какая-то это, там Лапландская в Латвии. Не Лапландская, Латландская, вот так, примерно, да. И потому что против них ведется так называемая гибридная война, ведется против них активно, это и регулярное вторжение самолетов в воздушное пространство, это там, мы помним все эти инциденты похищения эстонского военного, литовского судна, непрерывное заявление МИДа о страшных угнетениях. Но российский бомбардировщик с ядерным оружием над Ла-Маншем. Да, что? Российский бомбардировщик с ядерным вооружением и без сигналов опоздавания, которые могли бы слушать гражданские самолеты. То есть это реальная возможность крупная. Он повышает ставки, он играет в покер. Подождите, ну как, в какой покер? Идет речь о человеческих жизнях, на самом деле. Если произойдет война, то будут воевать и на территории Украины, и члены НАТО в том числе. А смотри, ты на территории России будут воевать. А натовская армия технологически, конечно, гораздо лучше вооружена, чем российская. Вот именно поэтому он играет в покер и шантажирует. Вот в шахматы он с ними играть не может. Вы правильно сказали. Шахматных фигур у них намного больше. Они его обыграют мгновенно. Поэтому он ведет против них психологическую войну, шантаж. Вот как он же вырос во дворе, вот она вытаскивает ножик и хочет этим напугать ботаника. Что-то ему удается, что-то ему не удается. Вот ядерный шантаж, направленный на то, чтобы прикрыть вторжение в прибалтийские страны и присоединять их к русскому, на это был найден ответ. Понимаете, вы можете требовать или желать чего угодно. Есть реальность. Воевать на территории Украины они не будут. Но кроме того, это факт один. Факт второй, сейчас, да, сейчас. Факт второй, что у них есть достаточно средств, которые могут остановить Путина. Это более жесткие санкции, это полная политическая изоляция Путина, это перевод его в категорию международных преступников. Кстати, в этом направлении движется и процесс в Лондоне, и в середине года будет обнародовано расследование по Боингу, и очень своевременно Рада приняла решение об обращении в Гаагский суд. И в результате, даже вот я, например, считаю, я не только считаю, это не только моя аналитическая оценка, но и как бы вот некая инсайдерская информация, что вот в той узкой корпорации, которую возглавляет Путин, людей вокруг, их больше волнуют даже не перспективы экономических санкций, хотя они теряют миллиарды сейчас в капитализации своих активов. А вот именно вот эта политическая изоляция Путина, а следовательно, пока он остается во главе российского государства и России, политическая изоляция как изгоя, как объекта для Гаагского трибунала. В этой своей роли он не сможет... Ведь что такое Путин? На чем держится его власть? Никто же... Вот когда Шувалов говорит, что вот мы русские, мы так устроены, мы будем меньше есть, но больше сплотимся вокруг нашего лидера.
Это человек там с 200 миллионами долларов у жены на Западе и так далее. Он же не думает о той же жене в Лондоне под одеялом, он говорит совсем другое по про Путина. Путин был нужен, пока он осуществляет нужные для этой корпорации функции. А одной из этих функций была легализация всей их деятельности и имущества на Западе. Ведь эти люди воруют в России, потом складывают все это на Западе и обеспечивают жизнь своих детей и внуков там. Если Запад начнет заниматься ими очень серьезно, у них станет очень простой вопрос. А зачем нам этот человек? Почему мы должны терпеть такие проблемы? Все авторитарные режимы, они кончают именно так. Не в результате широкомасштабных народных волнений, но не Не всегда, же, как правило. Были прецеденты. Как же, правило. Можно вспомнить Ливию. Все равно существенным элементом, всегда окончательно запускающим механизм отстранения власти, является заговор элит. В том же Египте там миллионы собирались, но пока генералы были верны, Мубарак он держался. Когда они решили, что все, хватит, мы просто проигрываем из-за него. Такой момент может наступить и здесь, и если Запад будет вести свою политику целенаправленно. А если он ему будет дарить, как вот у меня очень сильные такие подозрения, что Обама, Руанд и Меркель хотят подарить некое политическое решение вопроса, который Путин, может продать своему окружению как свою политическую победу, снять санкции и, собственно, решить основные проблемы, которые волнуют правящую в России корпорацию. По сообщениям BBC Украина, встреча происходит в режиме тет-а-тет, то есть глазу на глаз, и, что важно, никаких заявлений по ее результатам не предвидится. Совершенно. То есть сегодня мы ничего не узнаем, о чем говорили в Киеве. Да, кстати, тет-а-тет, вы имеете в виду трое. Трое. Так пишут тет-а-тет, поэтому говорю с глазу на глаз. Да, трое, да. Порошенко, Меркель и Оланд. Это очень серьезный разговор, и им нужно выбить из него согласие и привести завтра его Путину. Вот тут очень интересно, как поведет себя Порошенко. И какие. В Украине говорят, зачем тогда был Минск, если обо всем договаривались совершенно другие персонажи. И теперь вот с этим Решением. Как-то это не похоже на Захарченко, на Плотницкого. Нет, совершенно не те люди. Да. Даже по физиогномике, можно сказать. Да. Даже образование у людей, наверное, другое. А кто придумал русский мир? Русский мир – это такая формула существовала довольно давно. Никонов возглавлял такую корпорацию, но она имела такой невинно культурологический характер, как французский мир, так изучение языка, культуры по всему миру. А вот такой акцент «русский мир», где это прозвучало как «германский рейх», он впервые был сделан Путиным в речи 18 марта. Да разве? Патриарх Кирилл Русской Православной Церкви. Да, это действительно. Он ранее был, озвучивал эту идею. Кстати, культура Никонов, там православие Кирилл, но никто его не транслировал в таком абсолютно заимствованном из гитлеровской философии внешней политики. Ведь это же, я не знаю, ваша аудитория знает, это совершенно, совершенно забавная, разоблачительная история. Но его речи, я писал об этом, многие другие, его речь, судетская речь, крымская 18 была просто копией гитлеровской судетской речи в Рейхстаге. И основные концепции, я уже перечислял, разъединенная нация, собирание земель, национал-предатель даже. Это не советское совершенно слово, не было никогда такого слова национал-предатель. Враги народа мы всегда были. А национал-предатель – это прямой перевод с немецкого. Это было настолько откровенно разоблачительно, что неуклюже попытался помочь ему один из крупнейших кремлевских пропагандистов Мигронян, и он написал статью такую. Да, действительно, Путин и говорит как Гитлер, и действует как Гитлер, но как хороший Гитлер.
Ведь мы должны понимать, что было два Гитлера. Был хороший Гитлер до 1939 года, который реализовывал национальные цели немецкого народа. А в 1939 году он вступил на путь агрессии и стал плохим Гитлером. Так что Путин назван собственной же пропагандой хорошим Гитлером. Вот так, да. Прекрасно. Ну, а тут еще возникает вопрос о моральной стороне с точки зрения религии. То есть, если в этом всем принимает участие Русская Православная Церковь, как это трактовать? Поскольку, ну, здесь важно ваше мнение, у меня-то есть какая-то там понятная оценка, является ли это религией вообще в таком случае? То есть именно вот православие. Нет, но... в трактовке Русской Православной Церкви. Господин Гундяев с КГБшной кличкой Михайлов, он с юных лет там с отрочества является агентом спецслужб, поэтому вопросы морали нужно адресовать куда-то по другому адресу. И они где-то ориентировочно одинакового возраста, Путин, Медведев и Гундяев. Ну, Гундяев-то постарше. Не возраст, а рост. Роста, да? Да. И роста. Гундяев повыше. Да нет, вот недавно встречался он с Медведевым, и стояли они рядом, и я обратил внимание, ну, впервые, наверное, что это человек тоже низкого роста достаточно. Вы знаете, я видел, вот стоял рядом и с Путиным, и с Медведевым, и с Гундяевым. Повыше. Мне, да, кажется, Гундяев повыше, да. Или, может, на меня вот весь этот облик патриарха подействовал. Меня Бог миловал, не стоял я рядом с этими людьми. И вы говорите о том, что они повезут завтра предложение для Путина. Но Порошенко, собственно, тоже говорил, что давайте выработаем такое решение, которое позволит Путину сохранить лицо. Порошенко достаточно критикуем здесь, в Украине, за свою позицию, ну, собственно, вот, по Минским вот соглашениям. Я воздерживаюсь всегда от критики украинских руководителей. В конце концов, кто мы, иностранцы, чтобы рекомендовать вам что-то. Но вот эта формула у меня вызвала крайнее несогласие. Путинское лицо – это вот лицо агрессивной нацистской концепции русского мира. Это лицо не надо... Оно не изменится. Оно никогда не изменится. Может, он как-то тактически отступит, примет какой-то мирный план, но он начал войну с Украиной, вот эту стадию активную, он начал же ее еще при Януковиче в середине 2013 года сорвать ассоциации, потому что даже такой намек на возможность движения Украины по европейской траектории вызывал у него просто личный страх, потому что это могло стать, в случае успеха, это могло стать примером для русского общества. Режим Януковича – это же клон режима Путина, как все эти большинство режимов на постсоветском пространстве. Он защищает свою личную власть, он защищает свою личную пожизненную власть. То есть это лицо никогда… Его не надо спасать, его надо политически уничтожать. Но это говорит только о том, что война будет продолжаться. Война вот в том смысле, в более широком смысле, не чисто военных, а в смысле политическом, экономическом, да, она будет продолжаться. Вот это четвертая мировая война. Как долго? Вот вопрос, который в Украине себе задают, кто встает с утра и начинает с просмотра новостных лент в интернете, задают вопрос себе, как долго? Вот Украина победит не в военной стадии этой войны, а победит с помощью Запада в политической и экономической стадии. И, в общем, эти ограничения на Путина, они уже действуют. Никуда дальше, если он пойдет дальше этой Угандонии, то те же Олланд и Меркель, они будут вынуждены принимать очень серьезные. Вы же знаете эту историю, которую сам Путин рассказывал, о том, как он крысу загонял в угол, да, в Петербурге. Когда жил. То есть, ну, в Ленинграде еще. Эта история любит повторять путинские друзья на Западе, которых легион. Я вам скажу, ну, в Америке почти все, в Вашингтоне, почти все сообщество экспертов по России, оно в той или иной степени коррумпировано Кремлем, начиная с Киссинджера, Грэма и так далее. То есть там очень популярен вот такой дискурс. Но понимаете, Путину ведь хочется изнасиловать Украину больше, чем
нам ее защитить. Поэтому он все время будет пробивать ставки, а мы этого не можем сделать, поэтому давайте как-то с ним договоримся и уступим. Но вот казалось, что до последнего времени и Обама, и Меркель, они противостояли вот этой тенденции, то, что на немецком называется «Путин-Ферштейнер», понимать Путина. Но вот самое удивительное для меня в сегодняшних событиях – это вот участие Меркель в миссии с Руандом. Ну и как вы думаете, она завершится все-таки? Это будет успешная миссия или последняя попытка, может, последняя? Для кого? Для Путина, для Украины. В конце концов, Порошенко может оказаться... Ведь есть же другая проблема. У нас есть еще пару минут? Да. Времени, да? У нас нет рекламы, да. У нас нет хронометража, если вы не знаете, это общественное. Ну, то есть да. Это тут ведь возможно двухходовка. В последнее время наметился такой совершенно новый тренд в российской пропаганде. Ну вот он так был примерно выражен в статье Маркова. Можно сказать, что Марков идиот, да, он идиот, но ему поручают или под его именем озвучивают какие-то такие новые наметки. Значит, вот в той статье Маркова здесь, это тем же Никоновым повторялось фактически в Думе выступление, что, понимаете, мы попали в какой-то невыгодный такой дискурс в украинском кризисе. Мы выглядим как страна, которая поддерживает сепаратистов против центрального правительства. Это против нас обыгрывают на Западе. Нужен совершенно другой дискурс. Мы поддерживаем национально-освободительное движение всего украинского народа против поработившей... Это кто говорит такое? А? Кто говорит такое? Марков, Никонов и многие другие. Давайте, вот вы не видели случайно... Марков это такой невротик? Ну, идиот такой есть, но не... Вот это некая пропагандистская линия Кремля, что мы должны... Они хотят воспользоваться вот тем настроением, которое существует в Киеве, и которое я тоже... Для этого им нужно приехать в Киев, в другие регионы, немножко изучить ситуацию изнутри, прежде чем говорить такой бред нести. У вас интересная манера, вы не даете мне... Не-не-не, я с вами дискутирую. Можно я все-таки докончу? Потому что я приехал в Киев и изучил, и я раньше видел по сообщениям, что вы сказали, кстати, об этом, есть тенденция критики Порошенко как человека мягкого, заключившего, и даже что, звучат обвинения и в предательстве, ну, в свободном демократическом государстве любые обвинения. И идут разговоры о том, что... по-разному называется третьим Майданом. Вот в карикатурной форме это было в последние дни какое-то батальонное братство. Идут разговоры о возможном перевороте таких радикальных, настоящих патриотических сил. Вот Кремль хочет на этом сыграть. Как бы он вот через свои средства массовой информации вот эти настроения транслирует. Ну вот, например, не попадалось ли вам в последнее время вот такой террорист мозговой вдруг стал блогером, он записывает видео, достаточно технически оснащенное, которые звучат, например, «Братья, а зачем мы сражаемся, вот люди Майдана и антимайдана? Мы же все одной крови, мы все, и вы на Майдане, и мы на антимайдане, мы все сражались против олигархов, против беззакония, против коррупции, давайте вместе выйдем, обнимемся и свергнем этих олигархов», а потом в конце передачи даются портреты Порошенко, Яценюка, там, Турчинова и других. Вот эта линия, она Кремлем разыгрывается. И не исключено, что они играют такую двухходовку. Вот если будет Порошенко навязано такое соглашение, которое будет очень многими критиковаться в Киеве, а некоторыми называться как предательство, то это может дать дополнительный толчок вот такой, я не знаю, насколько она сильна, этой энергетики третьего Майдана, который Кремль с удовольствием воспользовался, используя наверняка там сотни, если не больше, своих агентов, которые давно находятся в Киеве. Потому что никакая угандония ему не нужна, никакой замороженный конфликт ему не нужен. Ему нужна вся Украина.
Ему нужно доминирование на Украине, ему нужно любой ценой перерезать европейский вектор развития Украины. От этой цели он никогда не останется, откажется, эта цель для него тогда ключевая. Это просто тотальная оккупация и тотальная партизанская война. Ну, в частности, это если надо понимать. То есть он, это, я почему говорил, бред, говорит Марков и все остальные, когда апеллируют к протестным настроениям или критике Порошенко, на самом деле, да, критика есть, она исходит она из гражданского общества. То есть это Украина за год выросла и показала, что у нее есть гражданское общество, которое способно на изменения без администрирования государством, на самом деле. Некоторые вещи происходят вопреки, а не благодаря тому, что есть государственные какие-то органы. Но надо понимать и невосприятие Российской Федерации как вообще как страны, как возможного друга в какой-то ближайшей или даже далекой перспективе. Мне не нужно это рассказывать. Я вам говорю о том, как мыслят эти люди. Они ищут, их цель Киев, а не Угандония. А, кстати, вот эти самые люди, которые штурмовали там Министерство обороны, последние дни, это тоже члены гражданского общества, как вы считаете? Я не иронизирую, а действительно еще раз хочу. Вот те люди, которые, вот так называемое батальонное братство, которое там... Никакого отношения к гражданскому обществу они не имеют. Вот мне тоже кажется, да. И дело в том, что когда рассуждают о третьем Майдане, нужно понимать, что такое само явление Майдан. То есть нужно чувствовать дыхание граждан, их запросы. Ну, для меня лично там было очевидно в 2011 году, что все дело закончится Майданом, в 2011, когда Янукович только как год пришел к власти. Ну, для этого просто надо с людьми общаться побольше. И о том, как росло украинское гражданство и общество, оно не в столице росло, оно росло по всей Украине. Неравнодушных людей очень много по Украине. Это даже можно сказать на примере нашего проекта, поскольку это инициатива самих журналистов, но для нас стало неожиданностью, что такие локальные инициативы появились по всей Украине. Вот Громадського, есть оно в Одессе, оно есть в Запорожье, можно перечислять в Харькове, в Кременчуге, во Львове, на Волыни, в Луцке. То есть, даже ну, замечательно. Я просто говорю о самой природе, которую вряд ли понимает Марков. Я об этом говорю. Это не Марков понимает, это вот тот человек, который посередке. Они ищут, почему они ищут такие пути, которые, вы справедливо говорите, совершенно нереализуемы? Потому что вот марш тот по Украине с оккупацией для Путина невозможен. Ну как он тогда, вы говорите, ему нужна вся Украина? Ну ему одно дело, что ему нужно, а другое дело, что он получит. Это война. Я говорю о целях, которые преследует одна из сторон. Вы же не собираетесь ему сдаваться и выполнять те цели, которые... Ну вы слышали предыдущего гостя студии, который на самом деле это наш коллега, который ушел воевать на фронт, был призван. И он говорил, никто сдаваться не собирается. Не собирается, да, но, кстати... Много людей погибло в этих боях. Мне кажется, в июле-августе была иллюзия, что украинская армия может зачистить террористов. Да. Но оказалось, эта игра же с неограниченным резервом вот этого человека в середине. Всегда. А резерв не ограничен? Ну, по сравнению с масштабом украинской армии, да. Ну, ограничения все-таки есть. Ограничения есть, когда они... А ограничения есть для того, чтобы... Вот украинская армия не может зачистить Донбасс и тем более освободить Крым, а Путин не может оккупировать Украину. У обеих сторон есть... Вот поэтому в чисто военной плоскости, это патовая ситуация, в чисто военной плоскости этот конфликт не будет решен. Он может быть решен только в политической и экономической плоскости, если Запад, понимая, что он никогда не вступит в войну прямым образом, использует другие средства своего влияния и давления, чтобы вместе с Украиной одержать победу над концепцией русского мира. Ну, смотрите, есть же, вот, если говорить реально о возможности красиво выходить из ситуации, да, и о том, о чем говорил Порошенко, и, возможно, еще хотят предложить Путину сохранить лицо Оланды Меркель, хотя это
разная все-таки позиция. У Меркель она за последний год достаточно изменилась, как вся внешняя политика Германии. Если даже полгода назад вы могли слышать от немецких чиновников призывы подумайте, как это прекратить мирным путем и так далее, то, будучи в Берлине, я слышал от представителей Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства Германии абсолютно четкую оценку, что это является войной России с Украиной, и Украине нужно понимать. Это очень важно, поскольку такого не звучало ранее. И вот прекрасная возможность для Путина. Едут в Москву завтра и говорят, Владимир, у тебя есть возможность сохранить лицо. Твоя инициатива, правда, мы это придумали, но твоя. Введение белых касок на эту территорию для того, чтобы это все утихомирить. Русских там не будет, войск, естественно. Сепаратистов, так называемых, подавят, потому что их там не так много на самом деле. Ну и вот, а инициатива твоя. Ты мало того, что прекратишь конфликт, ты еще и миротворец. То есть такой, это достаточно сказочный дьявол, сценарий. Да? Дьявол, как говорится, всегда в деталях. И деталей здесь будет громадное количество. И вот в той интерпретации, которая только что от вас прозвучала, он это не согласится. Он это воспримет скорее как ободряющий его признак слабости со стороны Запада, как раз, который ему нужен как раз в этот момент, когда казалось, что складывается, как вы видели, в Берлине и в Вашингтоне особенно очень жесткое отношение к нему. Это как бы такой, ему бросается действительно спасательный круг. Это были такие ситуации. Ну, а Ланс с Мистралями тоже есть достаточно показатель. В Женеве в апреле протокол, в котором слова «Крым» не было. И подписанный, между прочим, вашим министром иностранных дел. Ему совершенно спокойно говорили, да, Володя, это, конечно, нехорошо с Крымом, да, так получилось. Ну, хорошо, мы это проглотили, но больше, чтобы больше никуда дальше. Он это вот была возможность сохранить лицо. Он это воспринял как слабость и как зеленый свет на дальнейшую экспансию. Как это психологическая игра между вот этими людьми, за исключением Керри. Он уже как бы произнес свои слова очень важные, что Обама... Ну, он озвучил позицию Вашингтона, то есть президента Соединенных Штатов. Да. Поскольку госсекретарь – это практически премьер-министр в нашем понимании. Ну, он пытался всегда играть свою самостоятельную роль, и он всегда был более мягок к Кремлю, чем... У Обамы личное, очень большое личное недовольство Путина. Он его серьезно воспринимает как расист. Это произошло на последнем саммите «Восьмерки», на котором Путин... Ну, Путин, как всегда... Я не думаю даже, что у Путина были какие-то российские мотивы. Он просто хамски себя вел, как он обычно ведет на этих. Но вот я работаю в Америке, я по своему опыту знаю, что чернокожие джентльмены, они очень чувствительны вот к тому, что им кажется проявлением расизма. Вот он воспринял. А потом это чувство было усилено вот массой всех их действительно российских выходок. А вам очень плохо относится к Путину. Это же было замечено всеми, даже его сторонниками, вот в его послании к Конгрессу. Там России был посвящен только один абзац, и в исключительно резких формулировках. Последнее, я помню, это вот Рейгана об империи зла, ближе к тому, что говорил Обама. И главное, он даже не удержался, и вот такая личная обида там прозвучала. Там в первой фразе говорится, вот многие говорили, что Путин всех переигрывает, а вот посмотрите, где сейчас Соединенные Штаты, на какой вершине экономического успеха и так далее, и где сейчас Путин. Я думал вас отпустить, нет, не отпущу теперь, поскольку вы затронули достаточно такую глубокую тему, поскольку ксенофобия сама по себе российскому обществу, к сожалению, очень свойственна. Отношение к... Или вы спешите? Да нет, особенно не еще можно? Просто... Еще можно? Вы спрашивали про две минуты, теперь я вас буду просить это про две минуты. Это мое 10-е интервью за последние сутки,
И я вам, кстати, очень благодарен, что вы стали говорить по-русски. Все предыдущие 9 были по-украински, я все понимаю, да. Но и мне даже было очень интересно, какая-то игра, меня спрашивают по-украински, отвечаю. Но все-таки это требовало от меня некого напряжения. Вот, а так я, по крайней мере, отдыхаю, пока вы задаете вопрос. Потому что вопрос очень серьезный, и надо работать. О ксенофобии, она свойственна, простите, но она свойственна российскому обществу, я бы так сказал. Когда отношение как к людям второго сорта, это практически ко всем, кто состоял в составе Советского Союза. То есть белорусы – это грязь, это тоже это второстепенные люди. Собственно, не обязательно быть представителем кавказской национальности, либо иметь специфический узкий разрез глаз. То есть это все люди второго сорта, украинцы в том числе. Причем все это украшается, естественно. Но мы же братья, мы же родные, у нас же общая история. Ну, но, тем это не менее... фальшь Советского Союза. Да, но ксенофобия присутствует в любом случае, как бы ты не выходил бы из ситуации. В большинстве случаев она присутствует. У меня вопрос не о том, как побороть ксенофобию. У меня вопрос, на самом деле, к вам. Это рано или поздно все закончится безумие. Способно ли российское общество на трансформации, серьезные цивилизационные трансформации, на, если хотите, европеизацию, на переход к евроатлантическим ценностям, которые доказывают не только свою жизнеспособность, но и эффективность, и технологическую в том числе. Возможно ли это, и как это может происходить в Российской Федерации? Ну, это вечный спор в русской культуре. Он по-разному назывался. В 19 веке там между западниками и славянофилами, потом между западниками и евразийцами. Это тогда вот есть такой... русский, российский, американский, он сейчас философ и социолог Янов, он насчитал с эпохи Ивана III 26 циклов притяжения России к Европе, вот этого сближения к так называемым атлантическими ценностями и отталкивания. Вот это механизм, вот этот синусоид, он достаточно понятен. Притяжение всегда существует, потому что Европа всегда была источником технологических инноваций, науки, более высокой культуры, более высокого комфорта жизни. В конце концов, это часть российской истории. Это, как ни крути. Это притяжение, вот классическое поход в Европу, европеизация Петром. А потом, когда это сближение становилось слишком тесным, возникала угроза для российской власти. Понимаете, российская власть во всех своих ипостасях, и сталинская, и коммунистическая, и путинская, а в путинской это наиболее вульгарной форме, она обожала плоды европейской цивилизации. Вот этот технологический успех, комфорт, приятная жизнь, определенная свобода, но боялась и презирала вот те корни, которые порождали эти плоды. Это то, что в Европе развивалось, начиная с хартии вольности. Это права личности, независимость судов, свобода слова, свобода медиа. Все это угрожало российской власти. Поэтому слишком сближение, да, для того, чтобы владеть технологическими новинками Европы и наслаждаться там комфортной жизнью. Но слишком большое сближение нет, потому что это будет угрожать нашей власти, потому что наше общество будет заражено вот этими бациллами свободы и демократии. Вот это противоречие, оно все время вызывает эти колебания. Даже мы можем несколько за посткоммунистический период, это первоначальное сближение с Европой, потом отторжение в примаковский период, потом даже в первые путинские годы определенное сближение и так далее. А сейчас эта синусоида, она вырвалась, потеряла управляемость, и вырвала совершенно истерическую кривую. Но еще что я хотел бы подчеркнуть, это заблуждение довольно часто на Западе, и, наверное, в Украине тоже, его навязывает наша пропаганда. Ну, помните, Пушкин сказал знаменитую фразу: «Единственный европеец в России – это правительство». Ну, как
В данный многие момент... афоризмы, они парадоксальны. Так да. Вот, это навязывается властью, что вот есть какая-то страшная масса необразованного дикого народа, и вот есть мы, европейские образованные люди, и мы вынуждены считаться, что вот с этим неприязнью... Но все наоборот. Исходят все эти бациллы антиамериканизма и антизапада, они исходят прежде всего из элиты, из этого комплекса, о котором мы говорили, и через телевидение, через медиа они транслируются в массы. Ну, смотрите, это достаточно циничный подход к собственному народу, когда способ жизни, стиль жизни для верхушки политической в России, они все-таки любят бывать в Европе, жить по-европейски. То есть это приятие ценностей. И есть у некоторого слоя там в Российской Федерации, я даже не знаю, насколько он тонок или толст, этот слой, приятие европейских и евроатлантических ценностей. На самом деле эта вся игра выглядит как использование России как ресурсной базы для собственного обогащения и собственного обеспечения жизни. Ну, такого, и больше ничего. Такого эгоистического, дикого правящего класса в России не было никогда. Ну, антиевропейская и антизападная риторика – это просто игра на публику с использованием ресурсов государства для собственного обеспечения, в том числе человеческих ресурсов. То есть это... Вот мои рабы, они здесь за меня поработают, а я пока поживу хорошо в Лондоне. Это не только игра на публику, это развращение этой публики, это привитие им вот этих антизападных комплексов, создание образа осажденной крепости, чтобы оправдать перед ними свою власть. Да. Вы так живете не потому, что я в кооперативе «Озеро» вас обворовываю, а потому что я день и ночь думаю, как вас защитить от прихода европейских гомосексуалистов и американских пиндосов. Но я еще раз вам скажу, что не только вот эти, это тоже важно понимать для будущего наши отношения, и имперские комплексы, вот прежде всего в осознании постсоветского пространства как своей империи, они тоже свойственны прежде всего верхушке, правящему классу, потому что они для него очень лично важны, а в основную массу они насильственно вдавливаются. Я вижу, вы скептически смотрите, а вот вы задумаетесь. Нет. История поставила очень чистый и очень показательный эксперимент. 91-й год. Распалось две коммунистических империи. Малая Югославская и Советский Союз. Как распадалась Югославская? Сербы, доминирующие нации, когда они поняли, что империю не сохранить, они начали вырезать вот это тело Великой Сербии из оставшейся Югославии, что привело к чудовищным войнам, чудовищным приключениям. Как распалась Советский Союз? Сторонников такого взгляда было сколько угодно. Но, тем не менее, он распался так, как он распался в Беловежье, по вот этим границам союзных республик, которые были условны, спорны, но люди и большинство населения понимали, что гораздо хуже, и, кстати, пример Югославии был уже перед глазами, вести бесконечные войны. Кстати, не только это были какие-то там военные, имперцы, КГБшники, был такой один из вождей российского демократического движения, Попов Гаврила Харитонович, он тогда требовал, как так отпустить Украину? Нет. И вот всю эту путинскую программу-то, Крым надо взять, Донбасс надо взять, там Луганск взять, и что такое. Вот. Там это реализовывал Милошевич, здесь это реализовывал Ельцин. Почему так получилось? Потому что там концепцию Милошевича поддержало очень горячо, процентов 70-80 сербского народа. Сербский народ, он гораздо более в этом отношении. А российский народ, он довольно спокойно это воспринял. Я даже помню вот это первое за Беловежье. Это было какого-то 5-6 декабря. На следующий день утра единственный человек из демократической общественности, или вообще из политической тусовки, который призвал прийти на манеж на митинг протестов, тоже из демократа был Николай Травкин. И пришло 200 человек.
200 человек в России пришло протестовать против распада Европы. Так преступление Путина в том, что он через 25 лет хочет переиграть вот этот мирный сценарий, вернуть нас назад и навязать, и наложить вот эту сербскую матрицу. Мы же знаем, чем закончил Милошевич. Путин делает гораздо худшую вещь, чем Милошевич. Он хочет это сделать, вернуть часы времени на 25 лет и взять модель несвойственную русской психологии. Распался тогда Советский Союз очень спокойно. Еще пару вопросов. На Западе всегда спрашивают нас, как представители украинских медиа, которые якобы должны лучше понимать, как, русские, живут, да? как живут русские, да, говорят, а что делать с русской пропагандой? Ну, это в зависимости от какого адресата. Дело в том, что европейский Союз, там, скорее, Европейская комиссия, они сейчас очень детально рассматривают вопрос о создании телеканала либо какого-то масштабного медиа на русском языке для России. И вот они не знают, будет это влиять на российское общество, либо не будет влиять на российское общество. И они поэтому спрашивают, что делать с российской пропагандой? Ну, я бы им посоветовал, но они это не сделают, они сделают это в Киеве и поручить это вам, ну, не вам лично, а вот корпусу украинских журналистов. Ну, во-первых, потому что вы все прекрасно говорите по-русски, и потому что вы действительно понимаете русский. Я не понимаю, честно. Да? Честно, лучше, я бы не задавал таких вопросов. Нет, но лучше, чем бельгийцы или голландцы, например. Они ничего не понимают. Я знаю об этом проекте, и даже со мной советовались, еще будут советоваться. Вот один мой друг, замечательный русский журналист, вы наверняка читаете, вы если не читаете, просто должны читать. Это по вашей профессии. Игорь Яковенко. Он пишет еженедельный обзор вот именно русской пропаганды. У него называется колонка «Медиафрения». Блестяще пишет эти... Признаю, нет, не читаю. Вот начните сегодня в интернете и не оторветесь. Вот они его пригласили в Брюссель. И они бы честно сказали, вы знаете, мы ничего не знаем, мы совершенно ничего не понимаем о России, ничего не знаем, что надо говорить, как. И мы решили, мы соберем самых авторитетных российских журналистов, самых честных, самых продвинутых, самых проевропейских, и пусть они это и делают. Вы не могли бы нам дать мобильный телефон Алексея Алексеевича Венедиктова? Вот их уровень понимания, значит... Вы, наверное, все знаете об Алексее Алексеевиче Венедиктове. Он был в этой студии. Он достаточно активно здесь выступал. И в этой студии он был первый и последний раз, по украинскому вопросу, да. Я недавно публично отказался больше печатать блоги на его радиостанции «Эхо Москвы». Это после его заявления. Мы, как и Кадыров, все, как и Кадыров, пехотинцы Путина. И это у нас считается образцом, не у нас считается, а в Европе считается образцом либеральной журналистики. Меня лично поразила другая реакция его на работу журналистов на «Эхе Москвы», что здесь я буду решать, кто здесь работает, а кто не работает. Да, это он очень любит кокетничать своими диктаторскими замашками. У меня был еще вопрос вот такой, Андрей Илларионов. А вы с ним целый час провели здесь. С вами больше, с вами уже полтора. Да, я видел. Илларионов – это мой друг, коллега. Мы с ним каждый день обсуждаем ситуацию в Украине. Сегодня вечером, наверное, будем разговаривать. А вот он ее очень горячо пережил. Он очень много сделал для формирования сегодняшней позиции Запада. Его многие рассматривают или дают ему оценку, что это такой каток от Путина, когда он готовит психологические почвы для того, что будет делать Путин. Нет, это не поэтому так. Поэтому недоверие к его персоне, оно имеет позитивный заряд. Оно вызвано тем, я ему честно говорю, здесь я повторю, наверное, даже меня сейчас смотрит, что нам не стоит критиковать украинские власти, даже когда нам это очень хочется. И даже когда мы считаем, что мы профессионально правы. Видите, я сегодня за эти полтора часа почти удержался каких-либо. Это должны делать, когда это делают иностранцы, и тем более, какие бы мы ни были оппозиционеры, представители страны-агрессора, и начинают учить украинцев, как им противостоять этой агрессии, это невольно воспринимается сопротивлением.
Ну, ситуация сложная на самом деле. Это еще пару вопросов вперед. Это как потом сосуществовать двум государствам рядом? Они останутся, я полагаю, ну, Украина, по крайней мере, точно. И как говорить обыкновенным людям, поскольку можно говорить и на своем опыте, да, там есть хорошие журналисты в Российской Федерации, как это не смешно звучит, они, правда, количество их сокращается, с которыми можно спокойно говорить, и они достаточно объективно оценивают ситуацию. Ну, могу привести пример. На данный этап Тимур Олевский остается там нашим товарищем коллектива Громадского. И так еще пару человек, там Павел Коныгин. А далее список, он становится меньше на самом деле, поскольку многие в походе показывают свое лицо, по большому счету, достаточно неожиданное. Ну, я бы назвал совершенно так и безупречная нравственная позиция у таких людей, как Бабченко, Аркадий Бабченко, Муджабаев, заместитель редактора «Московской правды». «Московского комсомольца». «Московского комсомольца». Он недавно в Киеве был. Да, и вот как быть, существовать-то придется? Или налаживать диалог? Ну, Франция и Германия столько раз воевали друг с другом, а вот теперь приехали вместе мирить русских и украинцев. И последний вопрос. Где слабое место системы, которую выстроил Путин, Кремль? Ну, слабое место, об этом кто-то сказал очень до меня, я даже не помню, кто это, стало расхожей фразой, что он хочет, и когда мы говорим «он», это, в общем-то, и обо всей элите, он хочет править как Сталин и жить как Абрамович. И это невозможно, и в этом именно слабое место. Я думаю, что в самое ближайшее время, во всяком случае, Соединенные Штаты будут в это слабое место и бить. А мы куда можем? Ну, это Соединенные Штаты. А общество внутри российское, оно, ну, там есть активисты, которые хотят поменять жизнь, но они, ну, реально... Вы знаете, это общество настолько зачищено, политическое поле. Вот еще раз повторю, что такие авторитарные режимы, они уходят путем дворцовых переворотов. Вот для меня ближайшая аналогия к сегодняшнему периоду в истории России являются последние месяцы жизни Сталина. Я был так мальчиком, но уже что-то соображавшим. Во всяком случае, хорошо помню. Газеты читал там, не «Пионерскую правду», а «Правду» уже. Вот. В последние месяцы жизни Иосиф Виссарионович сошел с ума уже, так сказать, клинически, по-настоящему. И он готовил одновременно три больших проекта. Это Третью мировую войну. Там как раз на этот период, очень короткий, выпал момент, когда мы были как бы впереди в ядерной гонке. Вот ядерная бомба «Слойка», так называемая, которую изобрел Сахаров, она была более эффективна, чем первый вариант бомбы водородной Теллера. И вот несколько месяцев, видимо, ему доложили, это ученые, это как-то его ободрило. Но это быстро кончилось. Потом американцы создали более совершенные образцы и обошли нас. То есть готовил Третью мировую войну, ну, стандартную зачистку верхушки, которую он периодически там раз в 10-15 лет проводил, и большой еврейский погром. Вот. Ну и как все российские историки, большинство, скажем так, предполагают сейчас, и это действительно, скорее всего, так, он был ликвидирован своим окружением. И вот, кстати, это к вопросу, и давайте я уже, будет последним, я сам на него как бы не помню, потому что меня часто спрашивают, ну хорошо, это очевидный вопрос. Ну, предположим, да, Путин уйдет, так поймут, что он не выгоден даже. А, собственно, чем люди, которые придут вместо него, будут лучше? Да, конечно, придут в случае отстранения Путиным высшим руководством, придут не Сахарова и Манделы, но придут так же, как после Сталина, Берия и Маленкова. Но для Украины очень важно тем, что вот этот провал путинский в результате
согласованных действий Запада, он будет вытекать из украинского кризиса и войны против Украины. И они, как новая власть, должны будут отталкиваться от путинского наследия, и прежде всего они будут отталкиваться от наследия именно в войне. Так же, как это происходило с теми людьми. Они отползли от конфронтации с Соединенным Штатом, там заговорили о мирном существовании, хотя это не изменило системы, но это сняло угрозу непосредственного конфликта. И вот примерно то же будет происходить и вот с этой нашей чекистской корпорацией. Я вот не знаю, когда мы закончим, но тут напрашивается другое, но я имею в виду нашу беседу, поскольку это с вами интересно же достаточно. Поскольку возникает мысль, что будет с обществом, которое подверглось такой массированной промывке мозгов, просто я вспоминаю, когда Советский Союз разрушался, да, тоже ведь какие-то вот постулаты, которые, ну, работала пропаганда, медиа были зависимы, независимые появились там уже в последние какие-то года существования Советского Союза, и то под вопросом, поскольку для них оставались священными, ну, такие вещи, как там Ленин, это неприкасаемые. Вот история, которая была написана в учебниках, вот это аксиома. И после того, что происходит с российским обществом, с пропагандой, если оно узнает всю правду, ну, меня пугает на самом деле просто психологическая ломка страны. Вы знаете, тут ситуация несколько другая. Тут будет все легче, потому что там оно узнавало правду, там по кусочкам. Сначала про Сталина, потом про дедушку Ленина и так далее. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, вот знаете, страшная правда. Но архипелаг это... ГУЛАГ сыграл роль на Западе в основном. Он был прочитан в России уже где-то в середине перестройки, ну да. А на Западе он сыграл колоссальную роль. Он перебил вот эту левую коммунистическую волну в интеллигенции, восхищение коммунизма. Но это как бы в сторону, а вы мне что-то о более важном... Да, вот парадокс-то в том, травматизма? Вот мы же живем в постмодернистскую эпоху. Они подвергаются... Вот когда я говорю «они», я имею в виду треть населения, которое пользуется интернетом и политически активны. Вот как-то все это сочетается. И вера в русский мир... Ну, может быть, участие населения, но, во всяком случае, аннексия Крыма понравилась действительно многим, большинству. И все знают. И про воровство Путина, и конкретно, где он ворует, и что дома были взорваны. Все известно. И что, а как они могут не знать, что Луговой отравил Литвиненко? А тогда спрашивается, за что же этого человека избрали в парламент, например? Понимаете, там срабатывает другой комплекс, который был присущ, на самом деле, и украинскому обществу еще там 1,5-2 года назад. От меня мало что зависит. Хотя после 2004-го, после Майдана Помаранчевого... У Украины намного дальше продвинулась в политическом развитии. Да, вы говорите, да, они информированы, но они, да. Сейчас они не чувствуют, то есть это не превратилось в сеть попросту. Да, но вы же спросили о Лунке, никакие откровения его не потрясут, потому что, ну, по крайней мере, может, краешком сознания он о них знал. Ему будут рассказывать другие вещи по телевидению. Прогрессивные российские телевизионщики пригласят вас регулярно выступать, рассказывать о крепнущих украинско-белорусских связях. Ничего, немцы как-то пережили нацизм, Холокост, Освенцим. А вот сейчас миротворчеством занимаются на востоке Украины. Я скажу вам спасибо на этом... Беседу, ну, для себя вижу законченной, поскольку, скажем так, повестка дня исчерпана. Спасибо вам за интересную беседу. Да. И вам большое спасибо. Да. С нами был Андрей Пьонтковский, це російський політолог.